Всем привет! Производим тут испытания нового насоса. Вот такой насос вот взяли. Забыл, как называется фирма. Как он называется? Джилекс. Это Джилекс. Такой насос глубинный он. Его можно использовать. А вот, кстати, его характеристики. Покажи. Насос погружной. Расход 230 литров, напор 8 метров, размер пропускных единиц 25 миллиметров максимум. Так, потребление, мощность 590 ватт. Ну, мы подключили к нему вот такой пожарный рукав у нас есть. Мы поливали, вон Андрюха стоит дранбой там. Мы уже его пробовали, давление он неплохое дает. Правда, рукав вот так пришлось сделать. Но это не смертельно. Есть у него также автоматика вот. Можно выключать. И вот будем им огород поливать. У нас вон там бочка есть, вон, покажи. Большая. Может, будем насос в бочку и поливать. Сейчас проверим, как он работает, так сказать. Так, пока вот этот сделаем вот так выключать. Так. Работает он довольно тихо. Воды мало. А, ну вот так держу я. Внимание на Андрея Ильича. Что ты нифига? Открывай! А, о, пошло. Сюда его нужно приставку. Ну-ка, на распыление! Ручка засохла. Ну, неплохо, я хочу сказать. Надо в зеленую бочку. Это что ты повернул-то? Поверни в другую сторону ручку. Пожарный называется. А вон на распыление можно вот так. Ну, не сильно большой долень, конечно, не пожарная помпа, но огород теоретически полить можно. Вон ванну выкачивает, посмотрите за сколько. За несколько минут. У него, конечно, уже этой воды маловато. Плюс он, ты лей хоть в разные стороны, картошку сейчас зальешь. Используется он для грязной воды, можно его. Ну, тут вот всякие болотины вон. Вода. Давление, кстати, неплохое. Ну, вот так вот. Все, выключаем. Вот такой насосик у нас. Тут вода с него стекет обратно сейчас. Вот такой вот насосик. На меня снимай. Ты небольшое такое видео засняли. Агрегат такой, помощник нам будет. Стоит он, в принципе, недорого. 2 или 3 тысячи он стоит. Да. Взяли мы уже его давно. Просто он лежал, как бы ждал сезона. Ну, сейчас будем уже в бочке его большой. Потом, если интересно вам будет, напишите. Заснимем уже полив. Ну, пока у нас поливает и сверху хорошо. Без полива, ну, возможно, будем поливать. В общем, всем спасибо за внимание. Оценивайте, комментируйте. Ну и, как говорится, до свидания.